Всем привет, с вами София Кот. Сегодня я буду снимать битвы, как и обещала, хасбровских бэев, на которых я снимала обзор в прошлом видео. Гарусуд, Спрайзен и Эвиперу. Я буду снимать их битвы с такими волчками, как Спрайзен, Реквием, фейковый Спрайзен, Реквием, Зета, Хилес. Ну и мой Спрайзен фейковый. И волчки с ребутом. А еще я сделала для них вот такой вот кейс. Или типа сумка-хранилка. Ну, вот как-то так, типа. Ну, я старалась. Я тут волчки буду хранить. Сейчас сфокусируется, вот. Так. Тут у меня будут запускалки, здесь волчки. Ну, ладно, начнем битвы. В первой битве этот Спрайзен будет биться против фейкового Реквиема. Первый раунд. Реквиему еще одно очко, и в итоге он выиграл. А теперь сделаем битву с оригинальным Реквиемом. Спрайзен проиграл Реквиему, так что теперь сделаем битву Эвиперу с Спрайзеном вторым.
Вайвипара победил. Ну а сейчас Ахиллес против Гарусуда. Плохо запустила еще раз. В этом раунде побеждает Гарусуд. А сейчас давайте добавим Ахиллесу ребут. Ахиллесу 2 очка. Ахиллесу опять 2 очка. И он побеждает. Ну а сейчас давайте просто сделаем битвы волчков. Спрайзен против Эпиперу. Это была какая-то каша малаша. Давайте еще раз. Давайте еще раз. Счет 1-1. Счет 2-1 на пользу Спрайзена. Счет 2-2.
Ну и победил Спрайзен. Если понравилось видео, то тогда ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока. До новых встреч.